Германия возобновила полеты на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Это произошло спустя ровно год после катастрофы самолета с российскими пассажирами над Синайским полуостровом. Немецкие туристы рады появившейся возможности. Говорят о плохом, думать не хотят. Я приехал отдыхать. Возможность представилась в августе, когда я узнал, что Германия снова будет летать в Шарм-эль-Шейх. И вот мы снова здесь. Я просто хочу отдохнуть. Я не буду думать о том, что может случиться. Просто буду наслаждаться отдыхом. Я здесь только 5 минут, но все уже замечательно. Нас встречает много людей, и все проявляют большую заботу. В связи с крушением полеты в Египет временно приостановили и другие европейские страны, а также Россия. В аварии 31 октября 2015 года погибли все 224 человека на борту. Самой вероятной ее причиной назвали взрыв бомбы на борту. Ответственность за инцидент взяла на себя синайская террористическая группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ. Туристическая индустрия Египта, и без того ослабленная восстаниями 2011 года, в результате аварии сильно пострадала. Возобновление полетов позволит ей вернуть часть туристов. Как предполагается, авиакомпания Germania Airlines будет еженедельно осуществлять 2 прямых рейса в Египет. Катастрофа над Синаем стала крупнейшей в истории Египта, а также самой массовой гибелью россиян в результате крушения самолета.